Ну вот мы на другой стороне озера. Пройдем, посмотрим. Вот тут такие переходы сделали над озером. Ну мы пойдем, давайте здесь вот по этой части пройдем. Посмотрим быстренько. Здесь туалеты, спортивные площадки на этой стороне, все. Здесь душ, душевая, можно ноги помыть. По-современному сделать. Песочек, как в Анапе. На той стороне 4 так называемые грота, но они не готовы. Там еще скамейки будет делать, там еще работы много предстоит. Самолет вот этот тоже, говорят, ремонтировать будет. МиГ-15. Волейбольные площадки. Я показывал с той стороны, где Аликоновка впадает, там очень много мусора и ни сеток, ничего нету. Надо бы, конечно, это убирать, убирать некому. Я не знаю, там речка самая мутная такая, грязная, нечистая. Площадка. Баскетбольная площадка. Вот видите, как не отключился. Душ работает, как видите. Не отключили. Или кнопка заела. Не работает. Верхняя включает, наверное, нижняя отключает, но что-то, видите, как-то некачественно работает, что ли. Течет вода. Вот здесь футболисты, баскетболисты. В общем, тут несколько площадок. Дальше там, видимо, будет... Детские аттракционы должны быть. Вот такие раздевалки тут. Видите, комфортное загорание. А, вот поехала канатка. Он поехал. Вот он, возле самолета. И он туда наверх. Их там двое. Течет вода. Не отключается, что ли? Thank you.
Лежаки хорошие. Скамеечки, вот видите, здесь тоже такие. Там тоже площадки я вижу. Здесь на той стороне детские аттракционы. Раздевалка, вот видите, досточки нет. Уже украли что-то. Смотрите, видите. Уже украли досточки, видимо. О, пожалуйста, они не работают. Вода постоянно течет, смотрите. Вот первый день, как они работают. Они не отключаются, видимо. Некому отрегулировать. Кто тут старше? Брак на лицо. Ну, здесь тоже, наверное, не доделали, я так понимаю. Здесь, наверное, крыша должна закрытая быть. Вон там мальчики-борцы. Вот здесь тоже вход на озеро, видите, такой вот сделан. Слева площадки, справа площадки детские. Тут видите, вот, питьевая вода. Уважаемый дедушка, подожди, вас ожидает внук. Аккуратно, на основной сцене. Подойдите к нам, пожалуйста. Мальчик вас ждет. Вот там площадки. На той стороне детские. Все, идеально. Все в детских площадках. Все идеально. Вот там, видите, как с такой скоростью. Написано было в рекламе, что сегодня бесплатно. Уважаемые дамы и господа, 12 часов бесплатное мороженое. Ну так вода относительно чистая, я бы не сказал, что... Бесплатное мороженое, 12.00, оттягиваемся. Более или менее вода. Около поливальной машины. Бесплатное мороженое, 12.00. Это вот тут детский пляж, наверное, видите? Квартир кушает, других не слушает. А здесь тоже, наверное, детский. А вот здесь уже... Вот так, видите, как разделили. Вот это уже взрослые пошли. А здесь для взрослых вход.
Ну, не сказать, что сильно идеальная вода, но... Очистных же нету при входе. Я не понимаю. А ты уважаемый дедушка, мальчика зовут Абдурахман, 6 лет. Он нас ждет на основной сцене. Подойдите, пожалуйста. А вот там в конце сделали, видите, сцену артистов. Комфортные лежаки, все хорошо в этом плане. Вот по ступенечкам вход, тоже хорошо, культурненько все. Тут еще работы продолжаются, видите. Еще работа и кипит. А на той стороне, видишь, береговую часть камнем обложили. Ну, это большая работа. Столько камней. Ну вот такой пляж Кисловодского озера. Тут тоже детские площадки на той стороне. Они были. Ну вот тут грязноватая вода, вот даже мертвая рыба плавает. Тут вообще грязная какая-то, желтая прям вода. Один, два. Дедушка Адади, вас ждет внук Абдурахман, 6 лет. Вы на озере гуляли вместе с братом и внуком. Вот. Подойдите на основную сцену, вас ожидает потерянный мальчик. Ужас, никому не нужный мальчик оказался. Потеряли. Так и будет лучше. А что такое? Зависли. Поломалось что ли? Шашлыки жарят. Вот она, нижняя станция. Зиплайн.
И вот сцена. Фестиваль воды в городе твоего сердца. Все, друзья. Приходите, отдыхайте на новое старое озеро Кисловодское. До новых встреч.